друг и зритель. Добро пожаловать на мой канал с рецептами вкусных и полезных блюд. В этом видео представлен рецепт блинов из цельнозерновой пшеничной и рисовой муки с тыквой и бананом. Из ингредиентов понадобятся 2 стакана цельнозерновой пшеничной муки, полстакана рисовой муки, 2 спелых банана, 1 треть небольшой мускатной тыквы и 3 столовые ложки оливкового масла. В начале приготовления тыкву натереть на мелкой терке. Натертую тыкву отправить в чашу блендера. К тыкве добавить очищенные и нарезанные бананы. Залить все это водой и затем измельчить до кремообразной консистенции. Смесь вылить в глубокую емкость, добавить в нее рисовую муку, перемешать и постепенно всыпать пшеничную муку, периодически добавляя фильтрованной воды. Консистенция теста должна быть жидкой, чтобы блины получались тонкими и успевали пропекаться. Готовое жидкое тесто добавить 3 столовых ложки оливкового масла и перемешать. Блинную сковороду смазать слегка оливковым маслом, разогреть и вылить на поверхность половник теста, распределив ровным слоем по всему диаметру. Жарить блины на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Блины подавать с любыми любимыми топпингами. Пробуй и ты теперь приготовить такие блины. Обязательно жми палец вверх, жми колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, делись с друзьями и комментируй. До скорой встречи. Пока!